Не, тренировка у меня перестала на связи. У меня там есть наушник, что я на руку на девушку поднимал там. На самом деле ее целовал там без засосов. Они подумали, что это побои. Блин, ну за то, что это да, выглядит как синяки. Да, кстати. Вот в той аптеке, в которой есть флоксетин. Сколько его тут стоит? Вон нахер. Ну, блин, он один план. Внутри, Получается, придется ходить придется, блин. вот так аптеки. Ходить. Терлигжен купить за 700 с чем-то. 50 таблеток, 5 миллиграмм. Его, кстати, в половине аптек без рецепта продают Терлигжен, в половине по рецепту такая фигня. А еще у меня голосок истерический, прикинь. Да ну ты, блин, это, не обращай внимания. Истеричный, визжащий голосок. Мне вот так не кажется, например. Ну, как бы россиянкам, россиянам там и всяким таким мужикам кажется. Ну, короче, люди умные там. Да, блин, это нормально. Ну, короче, я карлик вот такого роста, истеричный голосочек. И что еще там? Маленькая пипирка не стоит там, что еще? Ну, короче, все вот эти вот, что только можно придумать. Все придумать можно там вообще. Что хочешь. Ну вот и А, вижу. еще я избиваю девушку свою, там прям для синяков. Мне больше делать нечем, блин. Что еще делать? С ножом хожу, чтобы кого-нибудь порезать, там, что я сумасшедший. Еще я О, я социопат. тоже только с ножом. Мало людей ходит на улице. Я не хожу вообще, я с ножом. Я тоже не Я хожу, но еще я много знаю. социопат, а она, зато, а она, в отличие от меня, социопата, она риэлторша. Понятно, это круто, что ты риэлторша. Да, Там все еще там. всех увидел. Потом я посуду за собой не мою. Ну, короче, я вообще там просто ужас, маньяк, страшный. Да ну ты, блин, не загоняйся. Ну, это я чисто по... То, что там народ, как говорил Ван Гог, что бы мне люди думают, он выглядит в окно, там, ха-ха-ха, смеются на меня, ухо отрезал. Знаешь, и действительно личность, она будет с Ван Гогом стоять из окна смотреть, а та, которая мышлением холопским, ну, мышлением, ну, просто мышлением толпы, не холопским, а просто мышлением толпы, она будет в толпе стоять. Пусть она хоть какую аристократку себя чинит там. Ты никакая не аристократка, если ты издеваешься над художником, стоя в толпе и показывая пальцем, а я смотрю из окна. Да, такое. Ты никакая не аристократка. Ты можешь себя кого угодно строить, там, окончить 10 институтов по пианино, фортепиано, там. Но если ты издеваешься над художником, смеешься, взываешь наравне с толпой, ты одна из толпы. А я... Как мне сказал один Марь, короче, позер в 2012 году, гость личности. Он, Ну вся его да. личность заключалась в том, что он просто был, как, ну, знаешь, как на витрине, типа, выставил себя Марь. А у меня просто была страница анонимная, но я там поставил художника этого классного одного, Ренуа, по-моему. Короче, и это, и здесь больше 10 тысяч мыслей постил своих офигенно, все удалилось. Все удалил кандидат. Ну А ты что, знаешь, что хорошо. Гитлер тоже был художником? Его отчислили. Да, конечно. А прикинь, я не... Прикинь, это вообще никто не знал. Ты чувак, вообще открыл тайну. Ну, с 5 лет все это знают. Там. В принципе, я сам вообще об этом говорить начал первый. И этот чувак спустя 2 недели только додумался мне об этом сказать, написать. Прикинь. Бывает.
Я сам значит, намекал, типа, посмотрите фильм «Гитлер. Восхождение дьявола», там, почитайте. Спустя 2 недели не пишет. Это вообще жесть. А у меня еще борода такая, что, знаешь, можно мимас такой делать, типа, знаешь, с этой стороны. Ты правда, Гитлер, ты правда, ты... Да. Типа, знаешь, мимас такой. Хочешь, поделюсь с тобой? Хочешь, поделюсь с тобой? Я пакет выложил, чтобы не выронить. Там просто они маленькие, таблетки. Можно, чтобы не выпало. Там, короче, таблетка 2,5 миллиграмма, это лошадиная доза. Нужно по рецепту врача все строго. Надо это, чтобы ты на ночь ее принял. Ну или можно сейчас. Не, это феназепам, но там лошадиная доза в одной таблетке. А не знаешь что? Ну ты, короче, можешь в моем блоге посмотреть, как я обсираю феназепам еще. Я там песню про них сделал, что я приду к ним, к их внукам, там все разрушу. Они офигели совсем. Они загробастали советское производство, которое изобрел Советский Союз в 70-х годах, когда повысили цену, снизили качество в несколько раз. Повысили цену в несколько раз. Офигевшие. И они все свое старое сырье распродают, запаковывают в 2,5 миллиграмм таблетки 50 брикети, за, причем по дешевке. А новые стоят в 4 раза дороже, и там всего 10 таблеток, но они рассасываются во рту. Короче, вообще... Подожди, сколько у тебя телефонов? У меня два. Прикольно. Это с Таиланда, Сиво. Отстойный телефон продали нам. На первый раз вообще вижу этот бренд. Да, это тайландский. Но он отстойный. Зря его купили. Короче, у меня есть тут немецкий Золомакс, но он плохуже, чем Алпразлам по рецепту. Выписано все по рецепту. Там каждый раз новую печать заставляют. Там бегаешь назад к врачу, печать ставят. Короче, это. Сейчас я там найду. Давай прям сейчас примем. Хотя я уже принял 2 Золомакса. Но он, видишь, он, к нему резистенция развивается. Я один раз только у тебя там запись. Не идет запись? У меня идет. Вырубай. Ладно, вырубаю.